неоднократно здесь исполнял уже. Как раз она тоже имеет отношение к зеркалам. Поймете из текста, она называется «До встречи». Зачарованных странных идей, все дальше от тени навстречу огням. Я вновь иду по талой воде, по новой весне, по солнечным дням. И ветер зовет меня за собой, он говорит мне не отставай. А я все кричу ему постой, спой мне еще про тот радужный край. Там, где луна смеется с небес, там, где ручьи переливок звенят, там, где чарующий сказочный лес, привет, его встретит, укроет тебя. И я послежу туда за тобой, до встречи. Я вспоминаю прожитые сны, но забываю, о чем же в них пел. Сколько же было среди пустоты светлых мелодий и радостных тем. В душу как зеркало падает луч, ведь от того и смешно зеркалам, что отражение в них — это ключ к нашему миру и к нашим мечтам. И побежит, замыкая круги, солнечный зайчик, смеясь и шутя. А ты все кричишь им, следом беги, и улыбаешься, словно дитя. И убегает, он крикнет тебе до встречи. Если однажды тебе повезет, ты обнаружишь тот сказочный мир, там, где весна красотою цветет, и где любовью пронизан эфир. Робко осилив себя самого, сделаешь шаг в него точно в Эдем, взглядом несмелым окинешь его, и вдруг поймешь, что тот мир был в тебе. Я там гулял, изумленный, смущен, я пил его, словно горный родник. И мне хотелось еще и еще вновь испытать этот радостный миг. И уходя, я ему говорю «До встречи!» «До встречи!» До встречи. Спасибо. Ну, наверное, все.